Внезапный пожар в отеле «Капитан» на Пионерском проспекте полностью уничтожил два верхних этажа. Без вещей, документов, денег и билетов домой остались десятки гостей отеля. Пожарным только через несколько часов удалось полностью победить огненную стихию. Рано утром, пока отдыхающие еще спали, кто-то позвонил дежурному пожарной службы. Сообщили, что в отеле горит один из номеров. Началось утро, сработала пожарная сигнализация. Вот. Подошли, спросили, собрались идти на море, сказали, все нормально, идите отдыхайте. Уже в начале 11-го приехала пожарная, одна машина, просто дымилась. Вот. Дальше все загорелось. Мы с ребенком вышли, сначала все вот над этим наблюдали, говорим, давайте, вот у нас мужчины, давайте поможем. Мы все побежали на 5-й этаж, там вода просто уже с потолков начала капать. Они бегают с ключами от номеров, мы говорим, открывайте номера, мы людям вытащим одежду. Они говорят, нет, мы не откроем номера, то есть, ну, мало ли как мы будем, мы за это будем отвечать. Сами с ресепшена все забрали, помимо того, что надо было вещи забрать, брали какие-то свои иконы, еще там чего-то, то есть свои вещи. Не беспокоились, то есть, о туристах вообще. В итоге за вещи постояльцев владельцу отвечать придется, вернее возмещать ущерб за утраченное имущество. Счастливчики, отдыхавшие утром на море, вернувшись в отель, обнаружили, что возвращаться некуда. И самая большая проблема для гостей курорта – документы и деньги уничтожил огонь. Ну вот мы купались, глядим, крыша горит. Решили посмотреть. Но у нас там, конечно, и вещи, вот у девушки, все, и купальники, и трусы, все осталось. Есть и такие, которые во время операции по тушению пожара рисковали жизнью, спасая документы. Площадь возгорания составила порядка 500 квадратных метров. На месте работали 26 единиц техники и более 80 человек пожарных и спасателей. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. На момент возгорания в отеле проживало 84 человека. Создан оперативный штаб, который возглавил мэр Анапы Сергей Сергеев. Городские власти решили вопрос о расселении проживающих в «Капитане» гостей в ближайшие гостиницы. С минуты получения информации о возгорании в отеле «Капитан» был создан главой муниципального образования Сергеем Павловичем Сергеевым штаб, который работает здесь же, на месте. На данную минуту сведений о пострадавших либо погибших у нас никаких нет. Все люди эвакуированы из этого здания и проведена полная перепись всех лиц, которые там проживали. Записываем контактные телефоны, номера, в которых люди проживали, с тем, чтобы их перераспределить в другие гостиницы. Вот уже один автобус уезжает в Благовещенскую с семьями вместе с вещами. Они будут там размещены и им будут обеспечены условия для дальнейшего завершения своего отпуска. К половине третьего дня пожар удалось потушить полностью. Ущерб, понесенный гостями отеля, подсчитает и возместит владелец. Вадим Родин, Анапа регион.